Коренные народы Ульяновской области отпраздновали свои национальные праздники. Для мордвы это Шумбрат, а чуваши отмечали окончание посевной Акатуй. Как макшане и ирзяне защищали свои дома от злых духов и для чего нужны монетки на чувашских головных уборах, расскажет Екатерина Лазарева. Это оберег, который сохраняет женщину, материнство, молоко и от злых духов. В национальном мордовском костюме нет лишних деталей. Например, юбка пулай защищает от сглаза и дарует женщине плодовитость. А по вышивке и особенностям кроя можно было определить регион проживания. Ну и красная юбка. Это в нашем селе только носили эту юбку, когда проходили красивые празднования. На празднование Шумбрата приехали из 15 районов нашей области и еще 7 других регионов. И каждый рассказывал об особенностях мордовской культуры. Как языческий народ, макшане и ирзяне просили высшие силы о хорошем урожае. Одним из самых почитаемых божеств была Норувава. Ее местом обитания мордва считала межу. Туда приносили хлеб с солью. Были и обряды, чтобы защитить свой дом. Кашу варила и над ней молилась, чтобы Бог дал. Чтобы Бог дал хорошее здоровье, чтобы дети не голодали, чтобы все было хорошо. Мордовская кухня – это отдельная тема для разговора. Макшане, ирзяне, народы, хлебосольные. Самое главное, это, конечно же, у мордвы, это то, что выпекалось из муки. Это всевозможные пироги, прякат. Также большой популярностью в мордовских семьях всегда пользовались почалксеть. Это блины. Угощать своих гостей любят и чуваши. Накануне они также устроили гуляние. Праздновали окончание посевных работ. Акатуй. Добрый день. Сейчас в регионе проживают больше 100 тысяч чувашей. К своей истории относятся с трепетом. В каждом отдаленном селе найдется свой музей чувашской культуры. Вот зыбка, она только, наверное, в нашем музее такая имеется. Ставилась рядом кровать. Женщина сидела или вышивала, или вязала, или плела. И в то же время покачивала люлечку. Дальше вот старинная чувашская одежда. А это современный вариант чувашского костюма. Такие платья вышивают уже нынешняя молодежь. На улице в них, конечно, не ходят, зато на праздниках мы по-прежнему можем любоваться их красотой. Много было серебра в чувашском костюме. Говорили, что на одной женщине столько золота. Серебра, на которое можно купить 30 лошадей. Гостями праздника стали не только чуваши, но и представители других национальностей. Я выражаю сердечную благодарность всем своим землякам и соотечественникам, которые помогают нам сохранить и приумножить наше главное богатство, унаследованное от великих предшественников. Мир, абсолютное понимание и братское взаимодействие людей и народов, которые проживают на территории Ульяновской области. Потому что сила нашего государства всегда была в дружбе разных народов и вероисповеданий. Так мы победили фашизм в 45-м году. Но не добили тогда, но добьем сейчас. Победа обязательно будет за нами. Екатерина Лазарева, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.